До студії нового дня завітала тренер з акро-йоги Анна Пасічник. Доброго ранку, Анечка. Добре утро. Що ж, ранкове пробудження для декого це дуже тяжка тема. Дехто прокидається гарно вже з самого ранку і сам бадьорий та позитивний. А ось для таких людей, які сивенята, для яких пробудження це проблема, хотілося б запитати у тебе, як ти пробуджуєшся, які є секрети бадьорого пробудження зранку? Очень для меня актуальная тема, я люблю на нее общаться. Вот. Очень важно то, с какими мыслями мы просыпаемся. Вот это мгновение, первые 10 минут, они могут выстроить ваш весь дальнейший день. Вот. Поэтому первым делом, когда мы просыпаемся, можно сделать такое упражнение, которое мы сделаем с вами вместе. Давайте. Мы открываем вот так ручки и говорим: я готова принять все самые лучшие блага этого дня. Я готова принять все найкращие блага этого дня. Супер, вы умничка. Я сподіваюся, что все блага до меня уже полетели. Да, но на самом деле этим зарядка наша не ограничится, да. Конечно, нужно свое тело также держать в тонусе, потому что мысли и тело, все взаимосвязано, вот поэтому мы будем работать над всеми. Итак, утром, когда наше тело только пробуждается, когда мы чувствуем себя еще немножечко на грани между сном и реальностью, первым делом нам нужно привести в тонус наши суставчики, нам нужно напитать каждую клеточку своего тела энергией и кислородом, вот таким вот образом. И ни в коем случае не выполнять каких-то резких упражнений, движений, потому что организм подумает, что пробуждение – это стресс. А нам нужно сделать стресс пробуждение. Стресс для организма мы не робимо, мы робимо все плавно, так, тихенько. Так, дуже, дуже плавно и тихенько. Окей. Яка ж перша буде, вправо? Первое упражнение, вот одно из моих самых любимых. Можно сесть после пробуждения, еще вот в кроватке можно выполнять. И нам нужно наш позвоночник пробудить. Как известно, наш позвоночник – это наше здоровье. И на вдохе мы будем подавать корпус вперед, делая вдох, открываясь. На выдохе немножечко сутулим спиночку, голову также мы подгибаем, подбородочек. Вдох вперед, выдох к себе. Вдох и выдох. Вдох, выдох, вдох. По мере возможности можно немножечко ускоряться. Упражнения из кундалини-йоги. Вот, но все упражнения я буду давать очень простые и очень понятные. Выполняем в течение одной минутки. По возможности. Одну хвилинку мы робимо вдох-выдох? Да, одну хвилинку мы робимо. Вот таким вот образом. И важно не забывать дышать не только грудью, но и животиком. Да, правильное брюшное дыхание. Яка наступна у нас вправо? Хорошо, следующее упражнение. Мы перекатываемся из наших согнутых ножек, мы перекатываемся в кошечку. Угу. Вот таким вот образом мы ставим ручки и выполняем вдох. И выдох. Возвращаемся в выдох. Вдох, надеюсь, будет музыка. Анечка, хотілося б запитати, що робить ця вправа, наскільки я розумію, що абсолютно усі м'язи починають прокидатися за допомогою такої кішечки. Дуже важливо тримати підтягнутими ягодички, які страхують нашу поясницю. Плечики у нас розкриті, коли ми продвигаємо корпус, работает у нас весь позвоночничек, весь позвоночек у нас растягивается, вытягивается, пробуждается. Поэтому упражнение полезно для всех, у кого позвоночник здоровый и кто хочет также поправить свое здоровье. Какую еще можно простую и эффективную вправу сделать зранку? Что еще порекомендуешь? Хорошо, после этого логично выйти в такую собаку головой вниз, есть такое название, но я его немножечко изменила на наш женский лад. Так как все наши упражнения женственные, мы стараемся почувствовать себя мягко, плавно, текуче. Вот таким вот образом очень важно помнить про то, что стопы тянутся у нас к коврику, грудь тянется к коврику, мы не зажимаем область лопаток и вытягивается поясничка. Правильным выполнением вы почувствуете, животик автоматически подтягивается. Вот таким вот образом показываем. Выходим собаку головой вниз. И начинаем волной. Ух ты! Ну, желательно, конечно, не кушать перед этим. Тобто нашу зарядку мы робимо на голодный шлунок.
И сніданок приймаємо вже після зарядочки. Да, это упражнение, которое можно выполнять вот с самого-самого утра, с самого пробуждения. Конечно же, кушать желательно уже после. Анечка, дякуємо тобі за такі чудові вправи. Можливо, ще щось порекомендуєш для завершення зарядки після таких активних вправ, як можна розслабити тіло і перейти до сніданку. Да, я хочу воспользоваться случаем і похвастаться результатами моїх учениць. Вот это упражнение действительно стало топом. Топом просто всех программ. Вот минус 5-6 кг это без в месяц. Это без диет. Это без диет. Показываю. Называется, в общем, упражнение «Вакуум» или «Удьяна Банха». Таким вот образом выполняется. Для этого мне нужно будет поднять кофточку, чтобы вы лучше увидели, что происходит с нашим животиком. Мы выполняем вдох. На выдохе мы выталкиваем весь воздух, закрываем ротик, не дышим, и начинаем животик наш болтать вперед-назад. Показываю. Угу. Ой! Выполнять его стоит вот в таком положении. Я встала, чтобы было лучше видно. Вот таким вот образом мы ручками нашими держимся. Подбородочек немножечко опущен к грудной клетке. Можно выполнять вот в таком положении, либо выполнять сидя. Сидя сложнее. Анечка, вот. А сколько дней тренирования, чи, можливо, тижнів необходимо для того, чтобы так майстерно, как ты, животиком виштовхувати? Я уверена, если бы на вас не было такое чудесное платьице, вы бы смогли повторить его прямо сейчас. Вот что происходит? Мы массажируем наши внутренние органы раз. Ускоряем обмен веществ, это два. И как бонус наша красивая талия становится еще тоньше, еще стройнее, еще прекраснее. И действительно можно, не люблю слово похудеть, постройнеть, похорошеть, покрасиветь очень быстро. Що ж, дякую тобі, Анечка. Я думаю, не остання зустріч в нашому ефірі. Ще багато разів будеш показувати нашим телеглядачкам, як за допомогою зарядки, за допомогою йоги зробити своє тіло ідеальним і зробити гарне, позитивне, бадьоре пробудження зранку. Да, напоследок ми включаємо музику и начинаем танцевать, и начинаем получать наслаждение текущего дня. Очень рада посетить вашу передачу вновь.